Чекмагушевского района. Чекмагушевского района. Начинаем, конечно, с футбола. Уфа продолжает тренировка. Один из них завершил меньше часа назад. Я едва успел на цепи. Всем. Новости спорта на телеканалу Бесте. Сегодня с ними вас познакомлю я, Вилья Артур де Оливейра, старший тренер футбольной команды Уфа. Потому что мы хотим в эту субботу сыграть красивей и победнее матч с Казанским Рубином. Поединок состоит на стадионе Нефтяников в 18:30. Артем Кочев отлично разбирает годный мяч. Но уже на последней секунде первого отрезка времени соперник сравнял счет. В дополнительное время Филипп Ларсен забросил победную шайбу. 2-1. Немножко переживаю, потому что, как все знают, у меня немножко акцент еще остался. Поэтому иногда боюсь это, допускаю ошибку. И встретимся на футбол в субботу в 18:30. Пока-пока.